Итак, ребятки, в общем-то, мне бы не мешало вывести дракончика просвета и дракончика тумана. Он нам очень бы не помешал, чтобы вывести дракончика магнита. Ну, там есть еще комбинации с пылью. И пыль, туман, лава, просвет. Там, короче, комбинаций довольно много. Ну, в общем-то, надо за кого-то нам будет браться. Или может пытаться, да, пытаться потом вывести легендарного, можно с помощью магнита. Ну, на самом деле, там комбинаций много, но шанс всего лишь 2%. Но сегодня у нас дело не об этом. У нас сегодня появился наш первый дракончик. Вот такой вот он, первый дракончик света. Ну, я думаю, что он сам по себе ничего не представляет. Нам нужны все-таки будут гибриды. Гибриды. Ну, давайте сейчас его откормим. Минимум на 10 уровень. О, подождите, а что он так мало жрет? Храм света. Вот тебе на. А у меня храма света даже не построено. Вот это я выдал. Так, а он сюда не помещается? Нет, не помещается. Вы смотрите, ёшкин кот. Так, ну что ж, тогда строим храм света. Ну, сразу надо строить и храм тени. Здание. Фонтан молодости. Что дает вообще фонтан молодости, ребята? Я вообще даже не догадываюсь. Не догадываюсь. Так, ну и вот храм. Так, храм тени. Ну ладно, пусть строится. Ну, давайте посмотрим вообще, на что он. 1200. Ну, ничем особенно не выделяется пока что, да? По-моему, приносит такие же результаты. Ну, правда, у них, конечно, классный плюс, что он силен против трех стихий, если мне память не изменяет. Ну, короче, тень и свет делят пополам. Все стихии. Один силен против одних, другой силен против других. Что довольно удобно. Но я не думаю, что вот дракончик света, вот именно этот, сильнее, чем то, что есть у меня сейчас. Так что пишите, кого мы будем выводить дальше. Будем выводить уже легендарных или будем выводить каких-то гибридов. Потому что что-то... Ух ты, смотрите, как прикольно. Этот бананчик, он... Они еще дурачатся тут. Он так взял и грохнулся на спину. В общем, давай за ним... О, вот так вот он сделал, красавчик. 5 баллов, короче... Лайк бы тебе поставил, если бы можно было. В общем-то, так что нужно сейчас решить, ребятки, кого нам качать, потому что вкачивать дальше, продолжать вот эти, вот эту мою троицу, рысь, тигр и, ну, банан, или уже пытаться выводить легендарного или там гибридов света и мрака. Потому что это же все дорого, нужно на прокачку, нужны свитки, нужны обломки, и как бы не хочется зря тратить, потому что мы уже на карте находимся на таком этапе, что мне уже нужно либо качать этих моих, либо переключаться на других, потому что там по 10-12 свитков за прокачку одного умения — это дорого. Так, и, собственно говоря, очень неудобные противники сейчас. Они не металлические, а у меня самые сильные мои бьют именно металлом. И против огня неуязвимы, короче. Так, ну, думаю, хоть с одним мы разберемся-то. Да, минус один, но это уже хорошо. Ну, будем фигарить тигра. Так, они тоже, гады, берут нас всех, отравляют. Так, ну это похоже на минус. Блин, вот я только хотел подлечить, но не получилось. Так, ладно, выносим тигра, чтобы он нас не проатаковал.
убьет тигра, 100%. А, нет, камень, щит поставил. Вот гаденыш. Ну, поставим тоже щит. Ну, а рыси будем отправлять. Мимо! Давайте шандарахнем так. Вообще ничего не пробило. Вот это он щит поставил. В общем-то, щит, я так понял, поглощает, имеет определенную цифру, и все, что ниже этой цифры, тупо не проходит. Прощай! Ну, короче, противник, видите, уже нас выше, вытаскиваем чисто уже на скиле, как говорится, на всяких ухищрениях. Так, у нас вот босс. Что-то мне кажется, что я его не затащу. Так. А вы двое? Чё двое? У нас тут драконов трое. Так. Просто ходим, смотрим. Громоволк? Вообще не знаю, мы его сможем завалить или нет. Он сейчас как шарахнет. О, 14 тысяч! Мне, я его точно не могу пройти. Надо кого-то вкачивать, ребята. Надо вкачивать. Лечиться я не могу, а он бьется очень больно. Нифига себе у него удар. А я могу взять вообще-то гнев дракона. Да что я понял? У меня гнева дракона было 9. Ну, можно сказать, схитрили. Зато прошли дальше. Твоя работа впечатляет, Генрих. Не могу дождаться, когда расскажу об этом Хогвину. Генрих, это мы? Я так и знал, нужно было сразу спешить в патентное бюро. Да-да-да. Спасибо за информацию. Это еще что такое? Открыт режим героя. Невероятные приключения, грозные противники и несметные сокровища ждут тебя в режиме героя. Ты можешь заслужить благосклонность дракона стимпанка. Что бы это значило? Так, ну, мы проехались дальше, да? Так, ну, туда мы пока не будем лезть. У нас еще есть здесь вот свиточки. Нам нужны свиточки. Давайте будем свиточки завоевывать, пока у нас есть очечки. Та-дам! Мимо. Так, ну это сейчас двоих. Yes! А зацепило даже троих. Это хорошо. Может, даже того победим? Ура! Так что, в общем-то, ребятки, я сейчас нахожусь в неком таком идеологическом ступоре. Кого же мне все-таки, как продвигаться дальше? Качать мою троицу или стараться вывести легендарного или гибридов света и тени? Потому что у меня вот мясо фруктов есть 738 тысяч уже, как-никак, немножко есть, можно кого-то качнуть. И не хочется их просто так вот потратить, как говорится, бездарно. Так. И давайте сейчас кого-нибудь найдем. Кто нам надерет задницу или кому мы можем надрать задницу. Ужас какой. Какой ужас. Ну вот это похоже на правду. Апельсец. Апельсец.
Так, ну пол жизни и победа. Дальше рысь. Давайте поставим щит. Так, ну мы вот можем даже выдержать один удар, а может и нет уже. Нет. Нет, но самоуничтожение. Ладно, неплохо. Двоих завалили с помощью одного. Их кто бы сомневался, что здесь будет вот эта вот сволочь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. 25 уровень, это очень много. Хотя, чё много? Не так уж и много. Бьет он не особо больно вот этим своим легендарным ударом каким-то. Он просто, наверное, одинаково бьет по всем стихиям. Не имеет бонусов, да? Ну, что-то мне так кажется. И у них еще, я так понимаю, это у драконов есть какие-то скрытые... Вот это что значит значок? Это знак вопроса, типа, неизвестно какая стихия третья, или это просто значок тени такой? Так... Чё, самоуничтожение? С одного удара 23-го неплохо. Ну, с бонусом, правда. Катастрофа. Катастрофа, в общем-то. Тренер повержен. Получаем еще один ключик. Ух ты. Сколько нам всего дали. 9 таких 5-звездочных даже. Ну, неплохо. Так, нам еще 4 битвы, да, чтобы 4 ключика насобирать. Так, что у нас здесь? Ну, давайте немножко подубасимся. Подубасимся здесь, например. Турум-турум-турум-турум. Вот тут есть пиксель, легендарный пиксель. Пиксель прикольный. Принца. По-моему, дракончик принц был вверху. Или как-то так. Ну да, легкий противник. Есть легкий противник. Ай, живой остался. Ладно. Так прикольно. Он окочурился. Ручки сложил по швам и лег на спинку. Сложно? А ну интересно, давайте посмотрим, насколько это сложно. Не-не-не-не-не-не-не. Там льдышка прокачана. Мы уж как-нибудь так повоюем. Да, вот, кстати, давайте глянем. Вот, стихия света сильна против камня, ветра. Камня, ветра. И молнии, и энергии. А мрак против огня, воды и зелени. Ну вот как-то так. И вот да, есть легендарный, который силен против мрака, против тени, тени и света. Понятно. Надо, кстати, сейчас заглянуть на лодку. На подводную лодку. Ну там, по-моему, все жестко как-то. Там нужно многих победить. Так, ну это мы так, размялись. С этим разобрались. Давайте все-таки на карту заглянем. У нас здесь на 69-й. Ну да, 25 уровень, то есть нужно уже легендарный мрак, пустота и энергия. Нужно уже что-то решать. Что-то решать. А что у нас здесь? Ну я их, ну как, тремя я ж не затащу.
тремя дракончиками эту всю богадельню. И здесь, вон, смотрите, легендарный, тень. Ну, короче, ну ладно, давайте так, развлечемся. Так, дракон-скелет. Тенью атакуют, сволочь. Меч возмездия, чтоб тебе нехорошо. Но бьет он не больно, тем более сквозь щит. Так, а что ползущая тень дает? Я первый раз с этим, ребята, сталкиваюсь, я же даже не в курсе. Так, а ты еще живой остался, гаденыш. Жизнь забирает, притом прилично. Вот это я вижу. Попробуем вынести верхнего. Чтобы он не проатаковал водой нашу малютку. Так, сколько эта ползущая тень тут будет меня атаковать? Yes! Вынес. Блин, ну все, каюк нашей Агаве. Точно каюк. Так, этот апельсин звездочный нас проатакует по любасу. Ну, вот, как бы, неизбежно. Это было неизбежно. Вот ты, ё-моё. Думал, вынесу, но не получается. У меня есть гнев, кстати, можно будет использовать гнев. Так, я шестерых победил, а сколько их всего там было? Посмотрел я, короче, ролики, дали мне еще 15 жетонов темноты. А, я же вспомнил, это же магазин, тут же надо миллиардов сражений провести, чтобы заработать хоть на что-то. Ну, откуда брать такие очки? Я даже не догадываюсь. Так. Ну, 23-й. Ну, кое-как можно с ними бодаться. Но надо хотя бы иметь свой же уровень, чтобы у меня все были хотя бы 25-го. Тогда можно здесь проходить, я так понимаю. Ну, ладно. На этом, ребятки, мы тогда заканчиваем. Жду ваших советов по поводу того, что делать с драконами. Качать существующих или выводить гибридов света или света тени и... Или пытаться вывести легендарного с шансом около 2%. До скорых встреч!